Привет, друзья! Сегодня хочу опять поделиться с вами разными красивыми покупками с разных магазинов, новинками. Может, кому интересно будет. И если будет интересно, пишите под видео, да, я вам покажу с Amazon покупки также. С разных магазинов я не могу указать, потому что уже не помню, в каких магазинах что покупала. Но с Amazon, пожалуйста. Потому что на Amazon у меня есть страница, где все это хранится. Итак, начинаем. В магазине Teddy как-то я вам уже показывала красивую ветку. Она выглядит прям как натуральная, да? И еще одна вот такая. Листья, в принципе, все так же сделано, веточки, но в другом исполнении. Видите, заснеженная, очень красивая такая ветка. Немножко сыпется, но можно... сбрызнуть, ну, сыпется совсем немножко. Можно сбрызнуть, конечно, лаком для волос или лаком из флакончика. И тогда все это будет держаться хорошо. Но лаком из флакончика блестки почему-то становятся мутными. А вот лаком для волос хорошо. Такая шикарная, пышная, очень красивая. И для поделок, и для украшения мне очень понравилось. Тоже из магазина Teddy. Подвеска с шишками на веревке, сейчас я расцену, на бечевке. Здесь просто шишки закреплены, как я вам показывала раньше, проволочкой, да, проволочкой, вот замотано все, веточки, ягодки, шишки, в принципе, можно сделать в домашних условиях такую, 2 метра готовая, и красиво смотрится. Зимняя такая красивая подвеска, гирлянда. Можно украшать интерьер. И шишки, кстати, здесь настоящие. Посмотрите, они натуральные. Ну, ягодки тоже, в принципе, смотрятся очень хорошо. Да, и веточки мне понравились. В общем, симпатичная такая, не сильно забитое украшательство, со вкусом сделанная подвеска. Снежинка тоже там же взяла, 1,5 евро. Можно подвесить, можно украсить что-то, например, в центре сделать венка, такой венок закрытый, скажем, или панно, как по-другому называется, если закрытый венок, да, панно, скорее всего. Вот, и она мне тоже очень понравилась. Легкая, симпатичная. Далее вот такие еловые ветки. Пышные, хорошо сделанные. Тоже можно сделать с них декор или поставить вазу. Темно-зеленые, выглядят хорошо, сделаны замечательно. И две ветки вместе будут смотреться очень даже красиво. Можно сделать вот такую елку зеленую. Еще купила две ветки. И они очень-очень пышные. Посмотрите, тут много-много маленьких веточек. По 3 штучки, по одной. И я вам покажу в вазе. Вот там стоит и красиво смотрится. И две ветки. Окрас очень красивый, внутри они темные, а по краям они да, светленькие. Ну, тоже как настоящая ветка. Очень понравилось. Взяла тоже две штучки. Далее можно, конечно, самим сделать такие ветки пенопластовые. Вот, и мне понравились, тоже две взяла. Мне кажется, очень даже неплохо сделанные, легенькие, мягенькие. Можно тоже придать форму или сделать опять-таки какую-то композицию. Длинная вот такая подвеска. Немножко пошуршим. Можно повесить на стену или из нее сделать гирлянду. Также можно применить в украшениях.
Тут 3 или 4, даже 4 нитки с бусинами. И очень крепко все это сделано. Не знаю, бусины можно ли снять. Сейчас я потяну, бусы можно снять. Вот видите, остается такой бисер с дырочкой. И эта бусина тоже двигается. В принципе, можно разобрать, если вам нужны бусы, и сделать по-другому композицию. Лента длинная, где-то 1,60 м. У Aeroshop понравился вот такой лист. Смотрите, гипюр. Он промазанный, скорее всего, клеем ПВА. И приклеены бусинки мелкие. Тоже очень красиво смотрится. Вот. И хочу повторить сама такие. Здесь проволока посередине белая. Можно сделать любую форму. Пожалуйста, не обязательно. Лист, что-то другое. И даже украсить рамку, например. И рамку таким гипюром посыпать блестками. И с бисера сделать, например, какую-то фигурку, оленя, елку и так далее. То есть очень мне понравился. Шар такой брала. Он сделан, не знаю из чего, какой-то пластик. Но уронила, и он у меня откололся. Еще один шар. Буду теперь с ним обращаться аккуратно. Смотрите, как красиво сделано. Такая скандинавская снежинка. Необычная. Мягкая. Похоже, силикон. А тут на каждой вот этой вот палочке приклеен снежок. Очень хорошо тоже смотрится. Можно подвесить куда-то на стену, на люстру, куда хотите. Или просто положить. Так тоже очень красиво. Пенопластовые формы. Конусные елочек. Но можно сделать не елочки, а, например, для весны или для осени закруглить немножко. И здесь и сделать деревца. Можно также деревца сделать и зимние, что-то наклеить, например, сделать сюда ствол из ложек, как я раньше делала, или из какой-то палочки, или из веточки, закрепить и обклеить шишками или какими-то цветами. Ну, в общем, дело вашей фантазии. Можно сделать такое деревце. Можно даже велюром обклеить или мехом, тоже будет смотреться красиво. Так что не обязательно елки, да, из них можно делать разные фигурки. И того же снеговика, посмотрите, или девочку. Уже конус готов, сюда шарик пенопластовый или что-то, и уже потом из носочка шьем. Ну, в общем, заготовки мне понравились. Вот, купила пока две. Вот такие шарики. Синенькие, необычные. Таких еще не видела. Опять-таки, можно делать цветы. Просто насыпать какую-то емкость. Можно сделать синюю елку. Как бы, знаете, во льду. Ну, в общем, опять дело фантазии. Можно обклеить рамку. Можно сделать тычинки. Все что угодно. Хороший материал, уже покрашенные, не нужно красить. Также купила вот такие вот прозрачные стеклянные бусины. Euro 50 стоят. Даже не стеклянные, а, наверное, они силиконовые, что ли. Очень много их здесь тоже. Можно применить в декоре. Очень красиво выглядят, смотрите. Блестят. Просто прелесть. Шишки. Можно опять-таки на ветку повесить. Или на гирлянду сделать зимний декор. Или просто положить какую-то емкость. Хотя такие можно сделать самим. Взять шишки, побрызгать краской и посыпать блестками. Теперь покупки из магазина Amazon.
Можете вот эти покупки у меня спрашивать из Amazon. Я могу вам показать, где что можно купить. Итак, съедобные розочки для украшений салатов, тортов, чая и так далее. Ой, как туда сейчас откроем. Думала, их будет меньше, но прислали целый мешок. На всю жизнь хватит. Посмотрите, это бутончики вот такие маленькие. Очень красивые. Сушеные розочки. Есть такого размера, 2,5 сантиметра. Есть меньше, есть по 8 миллиметров примерно. И вот такой вот целый пакет, представляете, этих розочек. Можно украшать еду. Они немножко горчат, я вам сразу скажу. И их, по-моему, замачивают. Я еще прочитаю, что с ними делают. Они съедобные натуральные розочки. Далее купила разноцветные вот такие вот листики съедобные. И они выглядят по-разному. Тут и голубые, и желтые, и такие лимонные, фиолетовые. Смотрите, какое разноцветие. Можно разделить, например, по цветам. Можно использовать так, тоже целый пакетик. Их можно есть, у них приятный вкус и приятный запах. На салат, на торты посыпать, да, как украшение, в чай, даже в стакан просто насыпать с чаем. Они мягенькие и приятно пахнут. Здесь написано 25 грамм, но посмотрите, сколько их здесь. Вот по такой маленькой щепоточке, опять-таки, это хватит на всю жизнь, столько их там много. Причем здесь плотность, а я-то взяла совсем маленькую щепотку. Далее, в Amazon походные вот такие вот стаканчики. Знаете, мы любим путешествовать, и если далеко едем, неохота вот стеклянную какую-то пластиковую посуду тащить с собой, занимает много места. А это просто прелесть. Есть крышка, можно на веревочке даже с собой взять где-то пить. И, например, вот в Чехии, да, там вода знаменитая в Карловых Варах, да, минеральная, минеральные источники на каждом шагу. И можно взять такой стаканчик с собой, они устойчивые. Здесь вот мы видим мордочка медведя с лапками. Из-за этого хорошо стоит он и горячее не чувствуется. Хороший объем и обрамление металлическое, нержавейка. Есть крышка, как я сказала, плотно закрывает. Если даже тут пару капель осталось, кофе или что-то выпили по дороге, то ничего не вытекает. И вот так закрывается. Просто давите ладонью сверху. Вот взяла розовый и голубой. И, как я сказала, можно взять даже вот за веревочку, носить с собой, можно положить в сумку. Уже испробовали, шикарные вещи, я вам скажу. Очень-очень хорошие. А художники, я видела, берут с собой тоже, наливают водичку и рисуют пейзажи, сидят на улицах. Так что, кто рисует пейзажи на улицах, зарисовки, имейте в виду акварелью, да, акварелью, моет кисть, вот такие вот. Насчет этого тоже могу сказать, где и как купила. В общем, то, что в Amazon, все могу вам показать, рассказать. Далее. Вот такие я назвала вертолетики. Что это такое? В комплекте 6, по-моему, штук разноцветных. Белые, серые, молочного цвета тоже. Они наклейка ленте. Приклеиваете ровную сторону, к чему вы хотите. Вот. И шнур, чтобы он не болтался, не ломался, заматываете. И аккуратно все это в шкафу хранится. Все, что у вас есть с длинным шнуром, пожалуйста. И вот сюда вот вставляете. Вот так конец. И так вот выглядит. Тоже купила в Amazon. Там же в Amazon купила шикарный термос. Белый. Винтажный. Может, кто-то помнит. Были такие китайские наподобие. Или даже такие же. Даже, наверное, у бабушек. Даже не у меня, а у моих родителей возраста. Сделан очень хорошо даже.
Внутри настоящая стеклянная колба, которая хорошо сохраняет температуру. Тоже хорошо брать с собой или поставить на стол, как чайник. Очень красиво смотрится. Можно использовать как вазу для цветов. Ну, в общем, широкого применения термос. И здесь тоже можно поменять колбу. Вот такая прелесть. Тоже я купила на Amazon. Далее по-немецки доза, русский органайзер. Нержавеющий. Брать с собой ланч. Что-то съедобное. Бутерброды, яблочки и так далее. Есть разделители, да. Тоже здесь. Допустим, хлебушек, овощи, фрукты положить. И это все можно свободно вытащить. Закрывается плотно. Крышка такая мощная. Можно использовать тоже как тарелочку, пожалуйста. Есть ложка складная. Если вы берете второе блюдо, например, пожалуйста. Удобная вещь. И даже вилка. Хранится вот в таком крепком мешке. И фирма называется вот так. Тоже из Amazon. Даже если что-то с подливом вы взяли с собой, тут есть хорошее крепление плотное. И внутри проложена силиконовая прокладка. Ничего не выливается, не проливается. Хорошо сохраняется. Мешочек тоже очень плотный, затягивается и хранится прекрасно, чтобы не корябалась, блестела поверхность. Вот в таком виде. Далее модные современные банки для сыпучих продуктов. Заявлено как 2 литра. Мощное стекло, плотное. Для муки, для сахара. И красивая крышка с таким помпончиком. Здесь пластик. И плотно тоже закрывается, чтобы ничего туда не попало. Ох! Плотно закрывается, плотно открывается. И очень красиво выглядит. На этом у меня все, дорогие мои. Поделилась с вами новинками, какие есть. И с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всем пока-пока. С вами была ваша Мила.